Затем ноги у нас работает правая нога, она идет за левую, левая открывается, возвращаемся на место. То же самое в правую сторону. Левая, правая, левая. Руки. Руки у нас будут выкручиваться от плечей вверх. Пам, кружочек в диагональке. Опустили. Опять же выкрутили в диагональке. И соединяем это движение все вместе. То есть мы делаем та-та-та. Та-та-та. После этого у нас будет работать нога левая и правая рука. У нас нога поднимается вверх вместе с рукой. Рука у нас прямо в кулаке. Рука у нас будет опускаться и подниматься через небольшую головушку. Мы делаем та-та. То есть мы ее подняли, та-та. Опустили, обратно подняли. Когда мы ее опускаем, то есть мы ее пам вытащили, опускаем, голова отворачивается прямо, и мы поднимаем ногу. Затем у нас мы правой рукой, то, что у нас впереди, она у нас тянется к левому колену, пам. Она, нога отставляется в сторону, рука уходит к плечу примерно. Затем у нас то же самое движение, мы тянемся левой рукой к правому колену, пам. И опять же мы уходим на широкие ноги. То есть движение та-да-да-да-да. Пам, раскрылись, пам, раскрылись. Затем у нас поднимается левая нога, руки пам, собрались, тыщ. Затем нога ставится, руки выбираются за себя и вытягиваются вперед. Ровные ладони. Далее руки у нас работают. Та, правая наверх, левая вниз. Вернули обратно. Па, па. Раскрываем второй раз. И отсюда у нас идет прогрузка. Та, та. Еще раз. И вместе с этим у нас идет припадание на левую ногу, правая нога поднимается. Мы делаем та, та, та. Когда у нас идет прокрут, у нас ноги расставляются. Та, та. И уходят вот в такое положение. То есть они напряжены, находятся по бокам. Мы стоим уже развернутые где-то раньше. Затем у нас идут удары. Левая рука у нас раскрыта ладонь, правая в кулаке бьет по руке. Та, та. Затем мы правой рукой себя разворачиваем. Пам. Правая нога отъехала назад, мы развернули в другую диагональ. Руки у нас в локтях наверху, вот такое положение. И у нас идет два кача. К левой ноге, к правой. То есть та, та. Затем у нас руки. Пам скидывается назад, голова у некоторых ребят идет вперед. Тыщ. Затем идет переход. И у них, у ребят идет во время этого перехода волна. Та, та. Мы распрыгиваемся на широкие ноги. Левая рука у некоторых в стороне, у некоторых позади себя. Правая рука бьет вперед перед собой. Мы распрыгиваемся так и вернулись в то же положение. После этого у нас работают ноги. Мы их там выкрутили, колени смотрят друг к другу, если не надо их оставить. Правая нога открывалась вперед и также она уходит назад. Руки. Правая нога вперед, правая рука вперед. И когда правая уходит назад, пам будет поменять, делайте спины. После этого мы опять же раскрыгиваемся, но уже прямо, и руки у нас будут пам, как бы. Кто-то из ребят уводит голову назад, но в основном у них она прямо, и руки просто идут к лицу. Так, и опять собрались. После этого, центр, что мы сделаем? У нас идут шажочки на правую, две скрытности. Так, вернулись обратно. И то же самое делаю. Пам, вернулись обратно. Руки. Когда мы идем на правую, левую руку делаю тыщ, просто делаю точку. Так, убрали. То же самое делаю сторону. Правый тыщ, убрали. После этого у нас опорная будет левая нога. У нас бобины будут чуть-чуть согнуты. Правая уводится назад и обратно. Так, так. И правая рука у нас без точек поднимается наверх в диагональ. Мы делаем та-та-та-та. То же самое после этого делают все ребята, это же движение, но нога у них будет работать другая. То есть мы делаем та-та-та-та, па-па-па-па. Во время того, как центр, Джессон у нас делает это движение, ту-ту-ту-ту, ребята по бокам, те, кто стоит справа, они опускают просто ровно корпус. У некоторых, опять же, руки за спину, у некоторых прямо. Корпус опускается, и голова медленно поворачивается на центр. То же самое у ребят слева. У них корпус опускается, голова поворачивается на центр. А
они делают это движение во время папа. Когда у Джисона пошла нога и рука уже плавно, ребята поднимаются голову повернуто направо, и мы сопровождаем, грубо говоря, руку. То есть мы голову через верх вводим налево. После этого мы, грубо говоря, не центр, мы убили голову, и мы делаем движение опять же. С направо налево. И уже то же самое движение у нас идет левой рукой. Раз, и, два, и. После этого рука у нас сгибается, правая выпрямляется, я покажу это пока что прямо, потому что ребята развернуты диагонально. Пам. Затем правая рука. Выровнялись. Пам. Убили руку. Эта рука уже опускается вниз. И после этого с головой. И пам. Выровняли. Поднимаем левую руку. По ногам у нас. Мы сделали с головой. Когда мы делаем удар этой рукой, уже когда мы выпрямляемся, мы делаем нога отставилась, другая отставилась, и мы уже на широкий. После этого у нас идет покачок внизу, руки опускаются, мы опять же развернуты не прямо, у нас диагональщик. После этого правая нога уходит за левую и возвращается обратно. И еще раз так же. Руки мы были здесь, они уходят в стороны и делают То есть у нас правая рука идет акцент на правой руке. Левая будто доворачивает, делаем левая доворачивает. Соединяясь ногами, акцентная рука идет, когда еще когда нога ставится. Далее у нас то же самое идет. В левую сторону у нас нога вместе с этим руки у нас просто прокручиваются к себе. Вышли, нога идет вперед, мы руки у нас идут по голове с собой. То есть мы присели, чтобы рука была удобнее, грубо говоря. Спрыгнули и еще раз спрыгнули. Соединяемся, хореографию по счету. 7, 8. Раз и, 2 и, 3. И 4 и 5 и 6 и 7 и 8 и 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8 и 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и 5.